Выйти из тени и получить за это деньги. На Ямале те, кто зарегистрировался в качестве самозанятого, могут претендовать на финансовую поддержку от округа. Заявочная кампания стартовала в июле. Объем выплат уже составил более 1 000 000 рублей. Максимальная сумма гранта в Губкинском – 50 тысяч. Основное требование – самозанятые должны быть легализованы специальной комиссией. У нас есть комиссия по выявлению и легализации граждан, которые занимаются без образования юридического лица, либо без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Так вот, мы их выявили, пригласили их, информировали их о том, что у нас есть такая мера поддержки. Мы им предоставляем грант, они приобретают оборудование, оплачивают аренду, возможно, да, это возможное направление, и потом нам уже отчитываются. Либо уже они после регистрации в качестве самозанятых, они уже произвели какие-то затраты, да, и они уже обращаются к нам за возмещением этих затрат. В Губкинском заявочная кампания продолжается. Воспользоваться мерой поддержки могут нетрудоустроенные ямальцы, которые оказывают услуги на платной основе или продают продукцию собственного производства, но не зарегистрированы в качестве предпринимателя. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».